Официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Джу Фэнлянь выступила с осуждением администрации Тайбэя. Этому предшествовал инцидент, который привел к гибели двух рыбаков. Тайваньская береговая охрана вытеснила из акватории острова Диньмэнь рыболовецкое судно, которое прибыло из провинции Фуцзянь. Во время преследования четыре рыбака упали в воду, двое из них утонули. Джу Фэнлянь выразила соболезнования семьям погибших и подчеркнула, что трагедия, которая пришлась на праздник весны, ранила чувства соотечественников по обе стороны Тайваньского пролива. Как отметила официальный представитель, в последнее время Демократическая прогрессивная партия Тайваня под различными предлогами задерживает суда, зарегистрированные в материковой части Китая, предпринимает рискованные действия и грубо обращается с рыбаками. Именно подход администрации острова стал главной причиной нынешнего инцидента. Представитель канцелярии потребовала от тайваньской администрации обеспечить безопасность рыбаков и не допускать несчастных случаев.